На душу населения мы 3-4 раза богаче России. Сегодня мы просто раздаем для того, чтобы, значит, Китай и Россия могли власть Назарбаева защитить. Мы раздаем Китаю и России свое богатство. Сегодня по неофициальным данным богатство Назарбаева исчисляется 60 или 80 миллиардами долларов. Ему удалось это сделать последние, пожалуй, 7-8 лет.